В столице Верхней Волжи стартовала первая в очном формате образовательная программа по направлению наука. Она проходит в рамках работы Центра одаренных детей «Орион». На базе площадки под названием «Точка кипения» Тверского госуниверситета занятия со школьниками проводят представители профессорского сообщества Верхней Волжи. На одном из них побывала наша съемочная группа. Это значит, что P минус 1 делится на 2. Понимаете? P плюс 1 делится на 2. Тогда вот это произведение уже делится на 4. Так ведь? Простыми словами о сложных математических правилах юным жителям Тверской области рассказывает доцент кафедры математического анализа Тверского государственного университета Ольга Баранова. Первое очное занятие по направлению наука посвящено математическим софизмам. В дальнейшем ребят ждет еще несколько увлекательных уроков. Ребята будут решать задачи нестандартные, посмотрят, есть ли математические задачи без решения или с разными вариантами решений, которые не похожи друг на друга. То есть посмотрят на математику немного с другой стороны, нежели чем в школе. Примечательно, что направление наука не единственное, по которому будут проходить занятия с талантливыми ребятами Верхневолжья. Также в образовательном центре «Орион» для одаренных детей будут доступны уроки по направлению искусства и спорт. Цель проекта – помочь каждому ребенку в Тверской области найти приложение своим талантам и способностям, определиться в том направлении, которое для него наиболее интересно, и самое главное, не только в рамках очной смены, но и в межсменный режим находить поддержку своим талантам и способностям. Добавим, что участие в образовательных программах «Ориона» доступно всем желающим. Нужно лишь только пройти отбор. Его критерии размещены на официальном сайте Центра «Орион».